Мы сегодня будем изучать национальную езду на квадроциклах в Финляндии. И наша дружная группа направляется посмотреть, что это такое проехать на квадрике по Финляндии. Вот бумазея. Ну, квадрик называется как-то тут по-другому. Монкия Сафари. Монкия Сафари. Кетун полки. Ну, в общем, какие-то полки. Надеемся, что они хотя бы с колесами. Продолжаем путешествие. Итак, сегодня мы изучим национальные особенности езды на квадроциклах. О, для нас заготовлены квадроциклы. И, соответственно, отсюда мы цугом и поедем, судя по всему. Вот оно, это самое, это место. Естественно, наш инструктор. Вау, много квадроциклов. Так, и вот так вот мы начинаем двигаться по пересеченной местности. Переключили сейчас свои передачи на эльку. Вот. И поедем. Вот по этим холмам. Здесь обзор склонов. Вот сюда мы доехали. Вот так вот Финляндия. Здесь у нас будет перерыв. Ага, уже давно. И нам предложат прекрасные сушеные мухоморы. О, какое местечко-то. Ёлы с палами. Нежданное озеро. Красота. Эй, где золото моют в горах, бродяга, приехав на квадроцикле, садился есть селедку в щах. Теперь нам готовят тут еще и чай. И чай. Очередная забава. Сосисочки жарим на огне. Кофе варится на огне, тут на открытом огне. До 3 раз доводит кипение и готово. Вот слегка занимаемся анимацией, сейчас будем снимать проезжающих мимо. Вау! Как это героично! Ина едет на машине. Круто! Татьяна! Газку, газку, газку! Оп, следом едут наши испанские друзья. Так, опа! Это гонит мой кар. Окей. И следом едет героический Евгений. Ну и наши финские друзья. А, курить нехорошо. Ну и мы пошли следом. Женечка,
разрешите вас обогнать. И, похоже, мы покатаемся по карьеру немножко. Вау! Очень насыщенная программа. Отлично. Очень хорошо. Сделай счастливое лицо. Ура! Слава русскому оружию! Пошло! А так в целом тихая, размеренная Финляндия. Ну, рыбку туда можно половить, баньки попариться. Это так, иногда их прорывает. Вот такой вот Суоми. Путешествие окончено, мы все вернулись, целые и невредимые, и в большом предвкушении, в большом удовольствии. Женечка, вам понравилось? Ему сильно понравилось, слов нету. Вот мы провели прекрасный денек в Суоми, покатались на квадроциклах, посмотрели, что такое Socos Hotel. И, усталые, но довольные, возвращаемся домой. Заехали в магазин, купили необходимые нам припасы. И хотим вечер провести за спокойным просмотром художественного фильма на финском языке. Говорят, это очень гармонизирует, успокаивает. Учим финский.